Новость не про Николая, ебать, а про Папича. Аху, дожили. Тут рофл, а прикиньте, он на нации ее поймал. Короче, для тех, кто не шарит, что происходит. Объясняю. Давайте смотреть видос просто, что мне, блядь, объяснять. Короче, мы сейчас... Ой, а я устала. Короче, мы сейчас пришли до тела. А, Эктобезон. А, нет, подожди, сиди сюда. Нет, не снимай меня. Ладно, похуй. Подожди, как ты шарик зваты? Выключи телефон. Я к тебя зваты. А, ну он пытался. А, ну я к тебя звать, говорит. Скажи, кому выключи телефон. Я к тебя звать. Выключи телефон. Выключи телефон, короче, зваты. Я прошла до него. Вот. Вот что. Но прикол в чем? Я не смотрел этот видос. Рофлы рофлами. Хуй рофл для стримера, если честно, я вам так скажу. Но на видосе видно, она говорит, ты кто, как тебя звать, блядь, типа. Че за хуйня? То есть, ну, ясен хуй, они не знакомы тогда, блядь. Но я думаю, сейчас это расхайпится так, что если ей действительно 14, это сейчас на телевизор куда-то уйдет, точно. Это, блядь, либо на телевизор куда-то уйдет, либо точно, если ей 14, там маме точно, 100%. Типа, этот видос, блядь, он уже ушел куда надо, я уверен. А, подробное объяснение ситуации, ну-ка, let's go. Я шлюх не снимаю, как они вообще оказались у тебя дома, почему пьяный? Ты меня, чел, зачем ты меня спрашиваешь, скажи мне, пожалуйста. Я ебу, кто там, что, почему, блядь, ко мне подруга зашла с другой. Ту я другую ни разу в жизни не видел. Все, что еще давай, сказать? Спасибо. Что еще сказать? Что, вот, буквально добавить нечего. Знакомая ко мне зашла даже, блядь, ну не подруга, по сути, а знакомая. Наконец-то! Добро пожаловать снова. Зашла ко мне знакомая со своей, я не знаю, подругой или что, блин, или ее знакомая, я ебу, блядь. И меня спрашивают, почему там пьяная, не пьяная, я ебу. Ну вот тебе такой вопрос, блядь, ебешь или нет? Наконец-то! Я не в курсе, кто там что, пьяный, не пьяный. Вообще, я первый раз в жизни видел и, ну, очевидно, судя по всему, последний. Ребят, сильно сказано. Да ладно, Папич, забей, гачи братства с тобой, 40 капотных мужиков. Ой, нет, блядь. Ну, короче, я хуй знает, блядь, что там за пиздец. Ответ тоже есть. Ну вот, смотрите, нет, активно обсуждают. Бля, короче, это ж двачеры, блядь. Двачеры гении, нахуй. От них ничего не скрыть. Каждый раз охуеваю с двача. Каждый, сука. Чекни комменты. Да я не буду комменты чекать. Ты что, ты сдохнуть хочешь, я еще хочу постримить здесь, понял? То есть я не планировал заканчивать стриминг.